Ну, так вот подготовка проходит к Новому году. У нас Стамбул, как всегда, пакостит. Кто это сделал? А? Кто сделал Стамбуле? Кто напакостил опять? Как тебе не стыдно? Ты еще огрызаешься. Не надо ко мне идти. Посмотри на этого тутика. Видишь, какой мой мальчик хороший. Сидит под елочкой, наряжает есть ее. Мишуру кушает, да. А ты? Ну, весь уже искулился. Еще и пакостишь. Бедная собачка. Тутик, воспитай Стамбулика. Тутика помылись, он все убежал. Чистый носик. Пошли, пошли к Тутику, пускай будет он тебя учить в туалет ходить. Пойдем. Вот так вот так, да, Тутик, воспитай его. Повоспитывай. Повоспитывай эту собачку, чтобы ходила в туалет правильно. Ну, на бисер опять у порога зачем-то. Что такое вообще? Ты почему пакостишь все время? Почему все время пакостишь, а? Маленький такой, вредный. Тутик вот ни разу не промахнулся. Тутик вообще красавчик. А потом подмазывается. О, посмотри, какой миленький котик выглядывает. В 5 утра только бегает. Спать не дает, да? Так, вполне миленький. Побежал по своим делам. Стамбул, с этого момента давай приучайся к порядку. Ходи в туалет нормально. Будь как котик. Я уже все-таки 8 лет. Да. А у Марси нет.